Были случаи, когда источником возгорания послужили брошенные сигареты. То есть лица, которые располагаются этажами выше, на смежных балконах, вследствие порывов ветра, то есть попадали окурки на балконы граждан, происходило возгорание имущества, находящегося там. Но опять же, тут по большому счету это все следствие того, что сами граждане, которые имеют балконы в своих квартирах, они зачастую используют его как дополнительное складское помещение. И в результате чего размещают там достаточно много горючих материалов, вещей, ну, что вследствие, в принципе, приводит, является, способствует, точнее, к возникновению пожара и распространению его на большую площадь.